Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проходить FIFA 20 за Кубок Форта Сити. Ну что, продолжаем мы. У нас сегодня Лига Чемпионов, и точнее не Лига Чемпионов, а финал Суперкубок Европы. Мы будем играть против Наполи, который выиграл Лигу Европы, а мы выиграли Лигу Чемпионов, господа. Да. В прошлом сезоне мы выиграли Лигу Чемпионов, и так можно сказать, такие у нас истории. Этот кубок, если не ошибаюсь, мы уже не первый раз побеждали. В этом сейчас, в данный момент, я тоже не могу дать 100%, что мы победим. Ну, шансы у нас тоже есть на этот кубок. Ну что, я думаю, скорее всего, у меня будет, серия будет по одному, я так подумал. Здесь одна серия, здесь, точнее, по одной игре в данный момент, тут она, и здесь может уже быть две. Даже может тоже одна, пока трансферы идут, думаю, все-таки по одной серии у нас будет выходить по игре. Да, многовато долго, конечно, все, а тут уже пойдет у нас как получится, господа, на самом деле. Вот тут слишком много игр, но некоторые, я думаю, перенесется все-таки в декабре. Ну, мы это увидим в декабре. Январь тут еще, может, в январе кого-нибудь купим, может быть. Ну что, господа, будем пропускать мы свои три дня, можно так сказать, у нас, которые есть на отдых, и уже переходить игре против Суперкубок финал 9 декабря 2028 года, господа, у нас в данный момент. Я добью все-таки это FIFA до конца 20-го и отдохну от этих спортивных. Будем, думаю, скорее всего, будут точно, если не передумаю я. Так, у нас впереди пресс-конференция. Давайте зайдем, пообщаемся с прессой, посмотрим, что тут можно сказать, что тут нельзя сказать. Okay, это тоже очень важно. А, чего вы ждете от матча против клуба Наполи в рамках Суперкубка Европы? Мы сделаем все ради победы, мы уверены в своих силах, сосредоточены на эффективности. Важно задать правильный тон и самого начать сезон. Сосредоточимся на эффективности, постараемся, короче. Вы уже добились успеха Суперкубок, я так понимаю, Англии. Теперь на горизонте. Так, на будущее это очень важно. Игроки не ударят грязь. Команда может победить кого угодно. Нашей команды много зрелых, сформированных игроков. Благодаря сочетанию страсти, опыта они способны. В прошлой игре вы одержали победу за счетом 1-0. Ваши силы сегодняшние соперники равны. Как вы думаете, ваш команд... Мы пойдем к матчу Наполи со свойственной волей и победе. Тут ничего нового. Спасибо всего, просто даже концу. Вот так вот замечательно мы отвечаем на пресс-конференцию. Замечательно, просто замечательно. Просто все замечательно. Хорошо, я ответил. Просто все замечательно. Ну что, господа, у нас есть новости, которые не особо тут хорошего. Нету тут ничего. Можно так сказать. Тут другая команда хочет купить игрока, который нам в данный момент не особо важен. Так, по составу. У нас получил травму ЦАП. Может даже ЦАПа заменить. Или все-таки попробовать правого полузащитника. Но у нас вообще ЦАП... И он тоже травму имеет. Очуметь просто. Так, а центральный полузащитник у нас есть. Ух, у нас и такой центральный полузащитник. У нас еще один ЦАП, который имеет травму. Очуменно просто. Хорош про событий для нас в данный момент. Сколько, 32 года у нас вратарю. Странная защита. Да, вот это 92 вообще замечательный рост. 168, офигеть просто. ЦАП нападающий, можно сказать. И такой темп у него высокий. 29 лет, 28. Этому 31 уже, старичок у нас уже. Ну, давайте Волкера все-таки. Я хотел Волкера выпустить. Все. Сохраняем такой состав. Посмотрим, что из этого выйдет.
Бля, ну куда так бить-то, блин, а? Точнее, принимать так мяч. Ага, замечательно просто. О, какой удар был хороший. Ну тут надо было в девяточку бить под углом. Ну, такие ой, игры пропускать мне нельзя. Получается. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется, никуда не уходите. Да мы никуда не собирались, мы только начали и сели играть этот футбол. Футбол зовет. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Сделайте звук погромче. Вашим комментаторам есть что сказать. Сегодня для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Несколько минут осталось до начала матча за Суперкубок УЕФА и старта нового сезона. Как и всегда, афишу этого матча громче не придумаешь. Победитель Лиги Чемпионов против победителя Лиги Европы. Будем надеяться, что обе команды настроены мощно начать новый сезон и стартовать с победы. В таком случае нас ждет суперматч сегодня. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Начинаем. Все готово к началу. Болельщики ждут стартового свистка. Отлично их сегодня слышно будет. Надеюсь, это поможет футболистам. Ну что, вот и настал этот день. Сегодня официально начинается европейский клубный сезон. Открывает его по традиции матч за Суперкубок УЕФА, победитель Лиги Чемпионов против лучшей команды Лиги Европы. Команда играет сегодня вот в таком составе. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Конечно, фотка на память. Посмотрим на состав Наполи. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Ну что, наш великий Волкер начинает у нас середине поля. Погнали, посмотрим, на что мы способны. Лига Европы, Суперкубок. У нас еще впереди, господа, Лига Чемпионов будет. Ё-моё, скоро групповой этап и все остальное. Так, пас вперед. Играет он не на только партнера. Лига Чемпионов. Может тут навес получится. У нас Премьер-лигу бы выиграть. Центр, ищет возможность и хороший удар, возможно, быть. Отличный и у нас от Сакова бегает мяч. И мяч прям в руки вратаря. Наполи будет отбивать, но пока держит мяч себе. О, мяч у нас. Снова пас. Еще один пас. На вынос играет защитник. Наполи атакует через фланг и там свободно. Ну что, давай, беги, 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 защита. Навес есть, удар поворотом и еще один удар, и мы пропускаем гол. На восьмой минуте мы пропускаем гол. В этом, конечно, плане лучше помощник. Вот вратарю сейчас вообще не позавидуешь. Спас ведь в первый раз команду. Да, но первый удар-то был просто шикарным. И тут технически вратарю сложно было как-то мяч удержать. Ну что, поздравляем, игрок. Молодчина просто. Отыграл замечательно. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Простите. Ну что, опять мы в середине поля начинаем. Проигрываем за счет 1-0, пока уже 9-я минута пошла матча. Мы проигрываем, господа. Опа, и пас назад. Мяч и наш фланговый игрок теряет мяч. Мы опять без мяча. Ну, мяч отбирает наш игрок. Защитник, можно так сказать, и мяч вперед дает. Снова еще вперед.
Еще у нас хороший навес, может быть. Навес, прошу. И через себя хотел сделать это удар. Но, увы, у него это не получается. Вратарь забирает себе мяч, и мы отбираем себе его. Еще один пас. Еще у нас пас. Сак у нас старается, но отнимает мяч. Но отнимает он так мяч, что он теряет его. Ваут. Теперь мы с мячом в руках. Ждем только кто-нибудь. Плохой был. Какой плохой был выход. И они выбиваются опять в аут. Отчумена просто. И что дальше тут будет? Надо забивать. Ну тут, блядь, офсайд. Ну тут мы и при этом даже не забить не смогли. Офсайд был и забить не смогли. Да, согласен с этим условием. Согласен. Ну что, у нас будет удар от ворот? А, нет, такого, ну, почти удар от ворот, можно так сказать. Тут особо ничего не меняет, все равно будет выбивать у нас вратарь. Уже 21 минут матча идет, господа, уже время так уже натекло чуть-чуть, блин, и мы при этом проигрываем матч. Сейчас же там 1-0, быстро они нам гол забили, и у нас тут левый фланг вырывается вперед, это наш защитник. Выносит он мяч, и угловой будет. Справляется... Я так не заметил, кто вратарь или их не игрок на данный момент, и у нас будет угловой. Выбиваем мяч на угловой, борьба у нас это будет. И ах, прям вратаря в руки. И потрясающая реакция голкипера. Ну там удар, я не знаю, глубоко просто вниз. Это видно, даже возьми последний момент. Ой, беги за мячом. Опа, и мяч у нас. Вмешался вратарь и спас. Да, у нас проблемы с цапом получается. Покупать новый цап эти ради проблемы неохота. Ах, блин, какая ошибка. Отдает он мяч партнеру. И он успевает, ну, мимо ворот. Снова мимо. Ну как так можно было промахнуться по воротам-то, а? Да, команда все до сих пор еще проигрывает и проигрывает в один мяч. Посмотрите на реакцию тренера. Еще бы, такая прекрасная возможность сравнять счет. Удар от ворот будет 29 минута, господа. И мы проигрываем со счетом 1-0. Очень обидненько. И как он дальше мячом распорядится? И открывается партнер под атаку. Катают они мяч. Интересно, куда... Сейчас надо сравнивать! Да, блядь, ну как он так помешали друг друга-то? Какой момент-то был? Забрал мяч. Изначально-то позиция выглядела куда более опасной, но пробить как следует у него не получилось. Ну и что ты будешь делать, блядь, здесь? И вернул мяч своей команде. Опять Наполи забирает мяч у нас. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Ну давай. Упс, замешкались немного с мячом. Футболисты. Снова обманывают нашего игрока. И тут опасный момент. Какой подкат был. Наш игрок справляется. Давайте, контратака. Вижу, ты бежишь. Хороший позадок. Офсайда нету. Выбегает наш ЦАП. И бьет поворотом, мы забиваем гол. 1-1 на 38 минуте. Или 39. Я не знаю, как это считает. Здесь... Мы забиваем гол. Что-то там игрок завис нам. Мог несколько раз в моменте с голом отдать передачу, но мне кажется, он прекрасно понимал, что поймал вот этот момент, почувствовал уверенность в своих силах и решил действовать самостоятельно. Взял на себя ответственность. Тут он игрок сзади был. Куда там пас еще один, я не понимаю. Поздравляем тебя с первым голом в этом турнире, и может быть ты много не быть его, потому что это все же один финал, один матч, один финал. Снова равный, 1-1. Ну что, 1-1 у нас счет начинается, господа.
Начинается снова игра, начинается снова новая борьба. Здесь у нас нет, кто дом играл то. А вы слышали по поводу новой Лиги Чемпионов? Я промолчу по поводу Суперлиги. Он явно задумывал. Я промолчу про эту Суперлигу. Мне не особо это не нравилось и все остальное. Я не хочу, не вижу смысла обсуждения. То, что Лига Чемпион 2024 года, если не ошибаюсь, какие-то новости были. Тут опасный момент у нас может быть и прям удар по воротам. Но при этом здесь вратарь отбивает. То, что они хотят по швейцарской сделать схеме Лиги Чемпионов. Просто интересно, на самом деле, как это будет происходить и все остальное. Это мы узнаем. Уточним чуть позже. Ну что, господа, давай у нас угловой. Начинаем. Углового в центр штрафной. Хороший пас. Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. Отдает он передачу. Эх, удар как близко-то был. Как мы мажем в эту по углу сегодня вообще. Сколько у нас шансов было в этот угол забить гол. И все у нас мимо и мимо и мимо на самом деле. Ну что у нас, удар от ворот будет сейчас. 3 минуты добавляет дополнительное время первого тайма. Пока 1-1, матч будет идти до конца, пока до пенальти. Не знаю, как будут дополнительные минуты или нет. И тут мы теряем мяч, и они теряют тоже, и даем пас вперед. Но тут может офсайд быть и удар мог быть. Ну, увы, здесь у нас Усака офсайд. Он просто уходил от этого игрока. Из-за этого пас не удался бы сразу же. Из-за этого у нас офсайд. Ну а ничего страшного, будем продолжать в том же духе играть. Опа, и мяч у нас уходит. Первый тайм совершен, но лучший момент. Все, первый тайм 1-1. Думаю, нас ждут еще впереди. Команда отправляется на перерыв и на табло ничья. Будем ждать. Ну что, господа, начинаем матч снова, точнее, начинается второй тайм финального втором матча. Тайме. Совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем этого турнира. Себальос. Ёпты, ну как так шире можно играть? А? Опа, и мы отнимаем мяч, но при этом уходим в аут. Хорош, он в отборе, мяч в аут уходит. Играет он на партнера. Ничего у нас не выходит в данный момент. Ну что будешь делать? И еще один пас у нас, который не удается. Нейтрализовать атакующего игрока. И мяч отнимаем. Замечательно. И может контратака быть. На поле мяч уходит. То есть нам. Так, Сака у нас никак не может пройти дальше. Да, офсайд. Отлично сыграно. Может быть опасно. Офсайд был. Нет, офсайд. Опасно может быть. Нет, офсайд. Арбитр на линии стоит с флажком. Идет уже 53-я минута. Уже больше 5 минут прошло матча. Второго тайма. И мы перехватываем себе мяч. Но при этом еще пока забить не можем. Да блин, как близко-то все было. Слава богу, у нас нападающий не получил травму. Мяч у соперника. Плохо аут исполнил. Так, снова у нас отличный не получается. Но мяч мы себе забираем. То как-нибудь держим его. Вот, Наполи очень хорошо защищается на самом деле. Играет в пас команда. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Блядь, хорошая идея, но первым при этом пока не точный пас у нас происходит. И вратарь впереди мяча. На мяча быстрее добегает. Виктор Цыганков. Нифига себе, русский что ли какой-то? Если он в русской премьер-лиге играет по-настоящему, я не знал об этом. Сейчас скажу вам, я за русской премьер-лиге вообще почти не слежу. Так, таблицу посмотрю и все, а что там есть или нет, не знаю. Есть, ну что, давай, придумай что-нибудь. Ну, опасный мяч удар. Упал, а вот по воротам... Ну, мимо ворот. Идет уже 64-я минута. Давайте тоже замену произведем. Давайте ЦАПа поменяем на нашего второго нападающего. Посмотрим, что из этого будет.
Он также может... А, у нас только фланги может играть. Ну ладно, ничего страшного. Стороны полузащитника более нападающего поставим. Вместо Чопа. Посмотрим, что из этого выйдет у нас. Да, вот наши болельщики болеют за нас. Почему мы победили? Снова пас у нас. Еще один пас. Скотч у нас не получается пасом, отнимается мяч, и тут опасный момент может быть, удар по вороту, но вратарь Молодчин отбивает, но мяч остается. Наш защитник, даем пас вперед, флангу, назад. Он хладнокровен был и контролировал ситуацию. А вот игрок, к сожалению, поплыл, не справился он с волнением. Очень активны обе команды сегодня, стараются они в атаке, создают много моментов, ну и посмотри на статистику, она красноречиво подтверждает мои слова. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И как ну пробит. Здесь, блядь, надо забивает гол забивать. Мы забиваем гол. Да, сыграл действительно классно и воплотил в забитый мяч преимущество своей команды. Гол у него получился что надо. Мастерство он в полной мере продемонстрировал в этой атаке. Не стал расставаться с мячом, иначе бы можно было потерять темп в этой атаке. А так он все сделал самостоятельно и в шикарном стиле отправил мяч в сетку. Мы видим эмоции тренера. Этот гол, конечно, поднял ему настроение. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Хорошая игра в пас в исполнении Наполи. Стоит отметить четкие действия игрока, вот вернувшего мяч просто своей команде. И что да дальше тут будет? Мяч был какой-то нелепый, и мяч уходит в вратарю противника. Они делают навес, ну какой-то нелепый, но мы проигрываем эту борьбу. А может выиграли, но при этом мяч отскочил не нашему игроку. Наш хотел нападающего не придумать, пока ничего не получается. Распасовочка у Наполи продолжается, и дают на фланг. Хорошо они с мячом работают, хорошее владение. Соперник и мяч забирает раньше, себе. Чем мяч добрался до своего адресата. Появляются свободные зоны, самое время контратаковать. Замечательный мяч у нас. Не опа, получилось у все них мяч удержать. У нас мяч уходит. Есть шансы в этой атаке, пока. А как, блин, опасно было такое делать. И мяч как отскочил-то, а? Ну, тут вратарь просто спасает наши ворота. Да, матч подходит к концу, и тут уже вряд ли что-то изменится. 6 минут осталось сыграть во втором тайме. Это пас вперед. Прям, Волкер у нас теряет мяч. Волкер никак не проснется в этом сезоне. Но пересезонку он хорошо, если не ошибаюсь. Прям, ну тут нарушаем, да, тут Арбитр нарушаем. Ничего не скажешь, штрафу. Это идет уже 87-я минута. Наполи собирается свежего игрока выпустить на поле. Пока 2-1, мы побеждаем, это, слава богу, это просто замечательный, это хороший расклад для нашей команды. Посмотрим, что дальше будет происходить. Прилично до ворот, но он все же попробует пробить отсюда. Он решил какой-то навес сделать прямо в вратаря, можно так сказать. И даем пас вперед. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Ай, блин, ну как так можно пас давать? Снова точно партнер отдает он мяч. И как он дальше мячом распорядится? С умом он мяч отдает. Какой шанс? Как отскочил мяч? Как наш игрок просто рядом пробежал и ничего не смог сделать? А как обидно-то, а? Он бежит, вырывается, вырывается. 3 минуты добавляет дополнительное времени. Если они сейчас забили бы гол, они могли бы спокойно. Блин, мяч у нас уходит. Тащит он мяч вперед сейчас. И есть... Эх, опасный был удар. Какой у них был шанс?
Какой у них был шанс сравнять счет в конце матча, и могли бы сейчас играть и дополнительное время, и по пенальти. Спасибо Наполи за такую прекрасную игру, скажу честно, они очень хорошо играли. Сейчас состоится награждение победившей команды. Ну что, господа, поздравляем всю команду, мы побеждаем в этом турнире одним матчем в Суперкубок. Ну да, Европа, УЕФА наш. Поздравляем, уже третий кубок у нас. Начало сезона, это просто хороший стимул, чтобы выиграть в эту премьер-лигу в этом сезоне. Это хороший шанс. Суперкубка УЕФА, как-никак. С чем мы их и поздравляем. Сейчас будет сделана командная фотография с трофеем. Да, по традиции нужно запечатлеть этот исторический момент. Жаль, нас с тобой, Георгий, там нет. И как пробил. Вот такие возможности, но их использовать надо, иначе зачем выходить на поле? Да, команда все до сих пор еще проигрывает. Ну что, господа, прекрасно все мы видели. Мы побеждаем в этом турнире. Впереди у нас, конечно, целый сезон. Это мы прекрасно видели. Что у нас общий сведения? По общей сети у нас 2-1 по голам. Ударов 10-7. Удар створ 6-4. Владимир 54-46. Отбор мяча 3-5. Нарушение 1-0. Офсайды 3-0. Угловые 2-0. Точный удар 60-57. Точный пас 88-76. Поздравляю с победой, отличной игрой против непростого соперника, какого-то наконец выиграет долгожданный трофей. Празднуем, начиная готовить следующий сезон. Таким решением напора. Немного команду удается сделать то, что сегодня сделали. Мы своими игроками скажем вот что. Обратите. Молодцы, можно сказать. Так, находитесь в прекрасной форме. Насколько вы довольны его сегодняшней игрой? Все комплименты заслужено. Фантастический игрок, все комплименты его адреса абсолютно заслужен. Надеюсь, он продолжит кричать своей игрой. Матч был равный, но вы выиграли, забив гол в втором тайме. Как вы думаете, что помогло вам сегодня выиграть? Дело с девочкой мы взяли из полки, и сегодня не вижу смысла обсуждать этой игры, мы готовим к следующему матчу. Спасибо, все вопросы подошли к концу. Очки из полки взяли. Очумено просто. Так. Другая команда там интересуется. Призовой фонд 4 500 000 фунтов нам дают за это. Ну что, у нас следующая игра против Тоттенхэм, скорее всего, это следующая серия. Тут пока трансферы идут и все остальное у нас будет по одной игре. Мне просто еще хотелось зайти в календарь, для интереса просто прям на запись, посмотреть, что у нас тут изменилось. Пока тут ничего не изменилось, пока мы в Кубке Караба не участвуем, пока мы не участвуем в Кубок Англии еще далеко и Лиги Чемпионов. Ну ладно. Вот наша прибыль, 60 миллионов уже опять прибыль у нас. А, ну да, мы же это... Забыл я об этом. Купленных игроков. Ну, это мы на контракт переписали и все. Ну ладно, господа, на этой ноте мы будем остановимся. Увидимся в следующей серии. Другие прохождения. Всем вам удачи вам и пока.